Ваше Высочество, граф Андрей и граф Петр. Друзья. Что смотришь? По-прежнему живы, и руки, ноги целы. Так, а что это у тебя такое здесь? О, Павел Петрович, скорее ты умрешь со скуки. Рад вас видеть. Приглашаю вас отобедать со мной, а после что-нибудь придумаем и повеселимся. Мы ненадолго, Павел Петрович. Я хочу пригласить вас на венчание в качестве почетного гостя. Петр Кириллович, я тронут. Это честь для меня и не в тягость вовсе, но не смогу. Я хочу дать повод государине в чем-то обвинить меня и... Я понимаю. Государиня пригласила трех принцесс. Он должен выбрать невесту. Конечно, выбирать будет она. Жени наши испортились. Она ищет повод к чему придраться. Все меня бросили. Отец сказал, разрывает отношения. Не желает впредь меня больше видеть. И Андрей не сможет приехать. Вашими принцессами, Павел Петрович, государиня отправляет фрегат. Я буду командовать. Это повышение в звании и в должности. Я рад. Можно сказать, счастлив. Не хочу на войну возвращаться. Простите за беспокойство, Ваше Величество. Я с мольбой. Прошу. Ваше Величество, отмените венчание моего сына Петра Кирилловича и Софьи Степановны Черторышской. Назовите причины. Софья Степановна самая развращенная женщина Петербурга. К тому же она значительно старше. Одним словом, государня, только вы можете вернуть мне сына. Мои власти отменить венчание. Но я не властна над чувствами, даже над своими. Ваше Величество, поощряйте порок. Осыпали ее милостями, подарили имение с доходом в 100 000. Она исключена из фрейлин, получила содержание. Других фрейлин вы отпускаете со скромными подарками. Ей повезло. Ваше Величество, но причина всему свету известна. Вас украсила стать бабушкой. Кирилл Григорьевич, ваш сын женится и будет богат. Это лучше, чем если он станет беден. Не правда ли? У вас почетная должность, хорошее содержание, дом на набережной. Это лучше, чем лишение средств и жизнь в ссылке, в деревне, запретом приезжать в столицу. Я 30 лет президент Академии наук. На сию минуту. Михаил Васильевич Ломоносов рассмеялся на небесах. А разве это вы открыли закон сохранения вещества? Или, может быть, изучали атмосферу Венеры? Постигли происхождение цвета и света? Что вы сделали для науки? Я руководил, Ваше Величество. Ничего. Ваши сыновья выше вас. За них спасибо. Сегодня худший день моей жизни. Я вас еще не отпускала. Ваше Величество. Вы в 18 лет стали президентом Академии наук. Кому еще так улыбалась фортуна? Статный красавец, весельчак, Елизавета Петровна даровала вам титул графа, нашла богатую невесту, ваша жизнь прошла в удовольствии. Вы выписали лучшего повара из Франции. Ваши обеды вовек прославлены. Ежедневно вы употребляете целого быка, дюжину баранов и сотни кур. Не так ли? Ваше Величество, мой дом открыт для гостей. Настало время сделать больше. И вот какой обед мы устроим. Вы построите один университет – это бык. Дюжину училищ – это бараны. И сотню школ. Это куры, легко запомнить. И сделаете это за 3 года, истратив не менее 1 000 000 собственных средств. Ну, государыня. С этого дня ваши обеды будут постными. Можете идти.